Согласно современным исследованиям, 70% эффективности сотрудника определяется так называемыми софт-скиллами. К софт-скиллам относится умение управлять собой, а это, конечно, знание о мозге. К нему же относится наша социальная компетентность, умение работать в команде, умение коммуницировать и так далее. А это, безусловно, работа нашего мозга. И, наконец, мышление, да, креативные функции – это тоже софт-скиллы. Вы можете обладать хорошей профессией, быть хорошим профессионалом с точки зрения софт-скиллов, хард-скиллов, но если вы думаете недостаточно продуктивно, то, конечно, это тоже скажется на эффективности работы. 70% определяется софт-скиллами. Поэтому важность мозга, вот объяснять, зачем он нужен, это понимать, почему нужно этим пользоваться, ну, на мой взгляд, это уже такой моветон, да? Понятно, что это важная вещь.